Всем привет! И сегодня у меня настал отчет о проекте 50 использований тени для век. У меня было несколько палеток, и я сейчас их вам покажу, если вдруг вы не смотрели какие-то отчеты до этого. Но как таковых отчетов, в принципе-то, и не было, потому что я не так часто пользуюсь тенями из этого проекта, поскольку я веду Project Pen. И изредка я, конечно, налегаю тени из данного проекта. И также у меня был макияж при помощи всех теней из данного проекта. Я все ссылки оставлю в описании. У меня в этом проекте участвует вот такая палетка от Stellary Golden Girl. Здесь у меня участвует вот такой розовый оттенок. Я все тени, вернее оттенки в каждой палетке выбирала с помощью рандомайзера. Также вот такая палетка от Beauty Bomb Vampire. Здесь вот такой серый оттенок участвует. И вот такая палетка от Ruby Rose. У меня здесь участвует вот этот оттенок. И, как заметно, здесь уже есть донышко. Также палетка от Revolution Relove. И здесь вот такой оттенок участвует. Она у меня в таком не очень хорошем виде, потому что она падала. И некоторые оттенки, как заметно, пришлось перепрессовать, потому что они потрескались внутри палетки при падении. Но хуже от этого она не стала. Единственное, что вот этот оттенок, он стал немножко оставлять стейн на веке. То есть, когда смываешь эти тени, может века быть каким-то розовым таким подтоном. Палетка от Sephora Pocket Palette. Она идет в оттенке Cold Brown Tones. И у меня здесь выпал оттенок вот такой. Также палетка iMagic из 16 оттенков. И мне попался здесь вот такой оттенок. Он такой теплый коричневый. Ну, довольно странный, но в целом неплохо сочетается с оттенками, которые мне выпали в палетках. Например, Ruby Rose. Вот с такими он хорошо сочетается, с такими фиолетово-розовыми. Ну, в общем-то, я здесь записываю, сколько раз я пользовалась каждой палеткой. iMagic я воспользовалась 8 раз, Ruby Rose я воспользовалась 9 раз, Revolution Relove 8 раз, Stellary Golden Girl 9 раз, Beauty Bomb Vampire серым оттенком я воспользовалась 7 раз, и Sephora Pocket Palette я воспользовалась 10 раз. В общем-то, мне нужно было всего лишь 9 раз, чтобы в палетке Ruby Rose в данном оттенке появилось вот такое небольшое, так сказать, отверстие, что видно донышко. Поэтому мне нужно выбрать новую палетку для этого проекта. Но я просто выбрала такую, какую я захочу, потому что у меня как-то нет, наверное, такой идеи выбирать какие-то палетки еще с помощью рандомайзера. Я взяла вот такую вот от Makeup Obsession Sunshine Makes Me Happy. Она идет в желтой гамме. Но здесь также есть вот сияшки такие красные, какие-то более бронзовые. Ну, в общем, в основном здесь сияющие оттенки и всего лишь 3 матовых. Здесь небольшое количество грамм в данной палетке. И я думаю, что, может быть, и быстрее получится добраться до донышка. То есть здесь вы видите, какое количество теней, очень мало. Также здесь в палетке есть зеркало. И она очень легкая, совсем малютка. И сейчас попробуем с помощью рандомайзера выбрать, какой оттенок я буду использовать из этой палетки. Так как здесь 9 оттенков, я выбираю диапазон от 1 до 9 и начинаю генерировать. Мне выпадает число 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это вот такой оттенок, который называется Buttercup. Мы сейчас его с вами посвотчим. Ну, вот такой он желтый, прям такой лимонный. Попробую посочетать с остальными оттенками. Достаточно интересно. Но в целом для лета, сейчас просто у нас такие солнечные деньки, может быть, как-то интересно будет его с чем-то сочетать или растушевывать другие оттенки. И давайте еще посвотчу вам остальные тени, посмотрим в целом на цветовую гамму, которая получилась. Ну, в общем, получилась вот такая вот цветовая гамма. Вообще необычное сочетание, но можно использовать тени как бы и вместе.
данной гаммой. Можно и по отдельности в какие-то макияжи вписывать. В целом, пока вот так, я думаю, что такой проект поможет хотя бы потихоньку, частично заканчивать какие-то оттенки в палетках теней. И если вам было интересно, и вы любите какие-то такие проекты, Project Pen, то подписывайтесь на мой канал. Я буду скоро выкладывать также отчет по Project Pen и какие-то еще свои покупки, отзывы на какие-то покупки, пустые баночки, потому что при длительном использовании хорошо видно, какое средство и что оно из себя представляет. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых видео. Всем была очень рада. Спасибо, что провели это время со мной. Я желаю вам всего самого наилучшего и жду вас снова ко мне в гости на канал. Всем хорошего настроения и до новых встреч в новых видео.